Thank you.
Нет. Ты можешь оправдать себя. Богам нужны деятели, а не совет. Но именно совет сегодня властвует над тобой. У совета нет власти. Атлантида лежит в руинах, и этого не изменить. Пусть все сгорит дотла. Только тогда начнется седьмая эра. Ты выбрала путь к безумию. Я умываю руки за твою измену. За то, что ты использовала наследие, обратив наши армии против нас. Я изгоняю тебя навеки из священного ордена трех и обрекаю в ничтожную жизнь в холодной тюрьме вечности. Его не остановить. Колесница Катара уже набирает ход. Смерть настигнет вас обоих, а я восстану из пепла ваших костей, чтобы довершить начатое. Так это ты? Ты была царицей Атлантиды. Когда-то. И наследие хранит ее историю. Оно хранит куда больше. Все познания древних. То, чего вам, людям, никогда не понять. Что означает седьмая эра? На что ты готова пойти ради ответа, Флара? Жаль, что не намного. Убейте ее быстро, у нас много дел. О, сейчас я позабавлюсь. Стой, смотри, я разберусь.